Всем привет, дорогие друзья! А мы продолжаем с вами наше путешествие от Керченской паромной переправы до железнодорожной станции Керчь. Предыдущая серия. Кто ее не видел, я оставлю ссылку в конце ролика в конечной заставке, первая часть. Обязательно посмотрите, довольно-таки интересно. Мы отправились предыдущей серии от паромной переправы, пролетаем над станцией Крым, добираемся до крепости, до турецкой крепости Йеникале, пролетаем ее. Справа у нас опасная поселок, с левой стороны вдоль моря идет капканы, и вот она дорога. А теперь мы движемся от железнодорожного переезда в сторону Царского кургана. Вот на карте здесь хорошо видно, чуть дальше пролетим. С левой стороны у нас будет Керченский металлургический завод. Ну и вот железнодорожный переезд, и мы двигаемся. Поселок Капканы у нас слева, справа мы пролетели с вами стройгородок. Кстати, стройгородок построили еще в те времена, когда пытались построить мост в самом узком месте, где сейчас находится Керченская паромная переправа. Специально это в 40-х, во время войны, 44-й год, когда хотели построить мост, создали специально стройгородок. До сих пор он там и остался. А мы летим с вами над железной дорогой, идущей, как я уже сказал, с Керченской паромной переправы в сторону станции Керчь. С левой стороны у нас капканы, с правой стороны здесь вот кое-где поселения есть, и интересно их назвали. Даже на карте есть самострой 1, самострой 2, самострой 3. Ну а дальше там дачные участки, поселки, Дельфин, Прогресс, Изобильный, и ближе к Царскому кургану там будет Луч. Ну вот такие вот пейзажи. Впереди мы видим слева вдалеке Керченский металлургический завод КМЗ. К нему мы еще с вами вернемся. А сейчас посмотрим, как идут грузы, грузовые поезда с парома и вглубь Крыма и, соответственно, обратно. В 80-х годах, как я уже вот спрашивал, писали мне многие, ходили пассажирские поезда через паромную переправу. Кто был свидетелем и участником таких переправ, пишите в комментариях, можно так немножко подробно. Будет интересно и мне, и моим зрителям почитать, как все это было в 80-х годах, когда ходили поезда. Вот один мне зритель написал, был поезд Баку-Симферополь, и вот переправляли на паромной переправе. Там самое узкое место, 4 километра 750 метров. Коса Чушка с таманской стороны. Ну и буду ждать отзывов. Так, ну а мы летим с вами дальше, пролетаем вглубь. Вот если посмотрите по карте, все тут хорошо видно. Это окраина Керчи. В основном весь город расположен вдоль Керченского пролива, довольно-таки длинный. Ну и вот капканы, вот эти все, Жуковка, это поселки, не имеющие своего статуса. Все они принадлежат городу-герою Керчи. Так что просто так вот исторически эти названия пошли, ну и закрепились на картах. Посмотрите, здесь лэпы довольно-таки много. Вот они, эти поселочки с правой стороны вдоль железной дороги идут. С левой стороны Керченский металлургический комбинат. И вдалеке Аджимушкай. Сначала царский курган, и потом Аджимушкайские каменоломни. Вот, казалось бы, на карте все так далеко, а вот с воздуха все совсем близко. Вот они, эти самострои, 1, 2, 3, 4, 5, по-моему. И вот впереди, видите, холм, это курган, царский курган. Историю его можно прочитать, я его уже показывал в одном из роликов, рассказывал про него. Кому будет интересно,
можете найти, вот в одном из роликов у меня есть. И внутри я снимал, и с воздуха царский курган. Вдоль него пролегает железная дорога. Совсем рядышком, видите, там вот площадка для автотранспорта. Последний раз, когда я в нем был, билет стоил 50 рублей. Ну, а мы с вами возвращаемся обратно и давайте пролетим над ближайшими территориями. Здесь я вот немножко помолчу, ну, а затем опять продолжим, когда будем возле Керченского металлургического завода. На заднем плане у нас Крымский мост. Ну и вот, дорогие друзья, приближаемся мы с вами к Керченскому металлургическому заводу КМЗ. Ранее он назывался Керченский металлургический комбинат, завод имени Войкова. Это одно из старейших крымских металлургических предприятий, расположенное в северной части Керченского, на берегу Керченского пролива. Завод построен в 1845 году, чугуноплавильный завод, но просуществовав всего 10 лет, был уничтожен англичанами в годы Крымской войны. В 1897 году было начато строительство, а в 1900 заработал завод, существующий и по сей день. 30 мая 1900 года была задута первая домна, затем вторая. Обе небольшие, каждая мощностью по 50 тысяч тонн чугуна, заработал новокарантинный рудник. Летом 1902 года завод был остановлен, а весной 1913 года завод был продан Таганрогскому металлургическому обществу. 30 сентября 1913 года дала плавку первая домна, а 14 января 2014 года была задута вторая домна. Ну, в 17 году предприятие было остановлено. И дальше, в 22 году, Керченский металлургический завод был приписан к тресту «Югосталь». Часть оборудования вывезли на заводы в Донбассе. Но я не буду все это перечислять. Скажу, что завод расположен в 200 километрах административного центра Республики Крым, города Симферополь. Расположен он в 4,5 километрах от морского порта, в 15 километрах от строящегося и уже построенного Крымского моста. Рядом с заводом находится автомагистраль международного сообщения, и промежуточная железнодорожная станция Керченский завод. Ну вот такой у нас сегодня получился ролик. На этом все, дорогие друзья. Всего вам хорошего.